Всем привет! Вы на канале Hamster's Art. И сегодня я расскажу, как слепить такую сладкую палочку для хомячков. Для того, чтобы слепить лакомство для хомяков, нам понадобится желтый, оранжевый, черный и бежевый пластилин. Сначала делаем основу для лакомства. Вот эту желтую палочку из желтого пластилина. Сначала лепим колбаску. Вот так. Теперь закругляем кончик. Как здесь, чтобы это лакомство можно было вешать. Вот так. Теперь облепливаем ее разными вкусняшками. Вот как у меня уже получается. Еще чуть-чуть. Остались последние штрихи. Готово! Вот такое лакомство хомяку у меня получилось. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну а на сегодня все, и пока-пока!